Всем привет, друзья! Сегодня мы будем проходить игру, которую надо зарабатывать деньги. Кстати, сегодня я снимал подобное что-то в этой игре. Сейчас попробуем получше это сделать. Кстати, кто-то понял, как надо как-то зарабатывать деньги добыл. А это он, короче, попел. Это был его микрофон, и он попоет. Ха-ха-ха. А, нет. У меня премьера сейчас по дурацкому русскому. Так что его тоже переходите и смотрите. Особенно Ярослав будет. Я ему еще попрошу снять реакцию на меня. И в Димке тоже попрошу снять реакцию. А, если у него не трещина. Это... Как-то мелькает почти, что такое. Маленькая мелькает. Но как-то вроде прикольно такое. Мы получаем деньги, много. Он даже в эту форму. Ну вообще зарабатывает клево. Жилье купим. Бросаем много денег. Надо, чтобы было много денег. Заработал много. Так, зарабатываем еще. Вот такие деньги нужны. Сейчас столько денег нужно. Ну вот подумай сам. Да? Кстати, я только что на канале смотрел Симку Пепу. У себя на канале. Старое видео. Ты чего, а ты стоишь? Я опять, блин, виноват. Где нигер скричал? Какой-то такой с ремиксом у видео. Ну, понимаете, в чем? Потому что чем тут Вована снимает интерес. Но мы с Димкой очень хороший видео по контент снимаем. Про дурацкого русского щитка. Получаем много денег. Так. Одежду. Он сам зарабатывает деньги. И что еще можно купить? Наверное, мы тоже. Так, заработали на первое жилье. Ой. У нас тоже есть машина, но подобная почти такая самая. Так, заработаем еще. Заработаем много. Заработать.
Главное, чтобы мне не дали авторские права. Кто-то еще там поет или рассказывает о чем. Ну, не знаю. Шапка у тебя прикольная, чуть. Должно быть прикольно, блядь, блядь, ты чё? А чё ты, ну, я когда-то видел в своей маске, и у Динки увидел, стырил. Например, для меня свежее пока что. Да, всё, я проходил. Я не проходил, а просто снял. И вы почему-то мне ничего в чанках не пишете? Хотя один мой канал моего друга в конце сентября 30-го писал. А первые, как чужие комментарии, появились 13 сентября 2022 года. А 24 августа был самый крутой день, когда я только что-то такое подобное, тикток, почти похоже на тиктоковое, начал снимать. Ну, типа там ремиксы, там, вот эти скрин-рекорды, это что-то такое похоже на тикток. И то, что я снимаю говорящего Бена, я начал говорящего Бена вот такого тикток. Да, вот что тиктоковое такое означает. На самом деле, не тикток. Так вот, вот, 24 августа это начал. Да, и мне был там канал моего друга писал даже. Я тебе, у нас был такой магазин АТБ. Крутой магазин был. Где вроде бы, ну, как бы сказать. Ну, сам сказать. Где мы там, он мне там даже, он мне писал, я сегодня видел тебя в магазине АТБ, я там постоянно рыдал, а начал я не думал, что вот эти вот, как клёво, слушайте, прикольную игру-то я нашёл. Ой-ой-ой-ой, максимально. Как это убрать? Как убрать? А. Эй, чё ковырное золото? На носу ковыряйся, чувак, успокойся уже там. Ой-ой, там пальчик тебе. Успокаивайся. Поковыряйте, мой сын еще. Поковыряйте еще. Скотина. Все, скоро будет максимально. Да. Скоро будет на все максимально. Скоро будет. Угольная трещина, короче. На жилье еще заработаю. Всё. Всё. Заработал? Нет. Надо заработать. Да что это на кнопка такая? Ой-ой-ой. Ух ты! Вот это я не ожидал. Тогда. Вау, дом готов. А машина-то не мной совсем. Но мы туда предусмотрительно пойти. Дом. На машинку. Ух ты. Ой, да спасибо, не осталось. Не, я спасибо. Помните,
Здравствуйте, видео. Вы кто такие? Я вас не звал. Это мой друг, оператор по классе. А я в этом классе. Дебот, запиши солидарку. Да каком ты классе? Мне интересно узнать. Я понимаю, что ты не смотришь мои видео, но объясни, как вообще? Вот эти оба подарочек. Понимаю. Машинка готова. Вау, я тоже люблю особенно свою машину. У нас не свою, а моего папы машину. Да вы на мостике почти что. Никита, это был, он считал себя младшим братом, а самый сильный человек Макс, это старший брат. И, короче, был на мостике, там, короче, он начал его снимать, он как моего папа, на моего папу прям как таким голосом говорит. Но строго немного, старший брат. Так вот. Он думает, ты что мне снимаешь, тут говорит, я говорю, нет, и он мне решил не поверить. Ой, нет, не надо. Что? Я не знаю. Видео заработали. Ну как в эту игру еще надо проходить? Понятно. Что хрюкает-то? Это ты? Нет. Расплачиваемся. Офигенная игра, вообще топ. Макс пришел. А да, отдай мне телефон. Говорит, нет, не дам. А потом он все равно решил. Ну, все-таки не отдавал ему. И он договорился с ним. Ну... Ува. Ага, вот. Мы должны еще тут обустроить. Опа. Что оно? А, нет, я не открыла. Так, расплачиваемся. Я постоянно устраиваю на фанты поиграть. Но сегодня, кстати, я не садился на компьютер. И очень жаль. Но я его скоро... Ай, блин. Бредишь. Ой. Не злите меня. Может, я себе сказать. О. Это вообще не расплачивались. Ладно, что? Ой. Дают нам еще больше. Давайте добьем. Давайте жизни добьем. Надо ж получить. Болди был. Помните, мне Болди звонил. Балди, не Болди. Просто Болди, это смешно говорить. Ну, ребята, игра прикольная вроде, мне нравится. Сколько игр вообще в Play Market существует. Это вообще офигенно. Бесконечный игр. О боже, это песня про спагетти. Гарта, ну, в Гамбан еще не играли, ни разу. Давай заполучим уже его. Это моя мама позвонила.
Платимся еще на эту. А, все, что ли? Не, все, не расплачивай. Расплачиваемся. О! Столько. Заработал. О, май. Прикольно. А это заработать не можем? Да, что же? Только заработал. Получаем деньги. Денежки наши, денежки. Денежочки. Опа! Вот ты. Хотя бы у тебя уже нормальный телефон. Так, это что? Можно вот так вот, да, просто держать пальцы, вот так вот все разводить. Даже нажимать ничего не надо. Че крутая игра. Столько денег, это вообще топ. ТПВ не бывает. Просто денежек очень-очень много. О, переоделся. Пошел переодеться, может, ты сыграешь? Да, еще раз платимся, ребят. Это. Да, нам это нужно. Тебе ламбы, веревки, бомбы, тебе все это нужно. Она твоя, мой друг, если тебе достаточно рупий. Постелить. Я не могу придать. Ого! А где твоя... Полюбуйся. Давайте. Стой. Как он всегда такой молодой, а... Деньги люблю я. Их можно что угодно купить. Вот кадр мой. Так, ну погнали расплачиваться. О, да, ну скрутим сейчас. О, вот оно. Качает. Танец, да. Трек офигенный, мне понравился. Получим еще денежек. Вот здесь деньгомет какой-то. Дофига денег. Я обожаю деньги. Коллекция собирает деньги. А у меня есть копилка вообще-то. Большая копилка. Это для... Заработал. Опа, это что?
зарплату. Опа, что-то пришло. Достижение получил. Ты шо? Это смайл, который в дурацком русском не был. Этот видео выйдет всего в 8 утра. Как и дурацкий русский. Да, премьер у меня сегодня будет очень достаточно много. Налуплю видео и покажу всем зрителям, какой я крутой в этих играх. Вот мы... Да хватит ковыряться на носу! Ладно, ребят, всем пока, скоро встречи.